Сегодня предлагаю приготовить киш с рыбой и брокколи. Сначала подготовим тесто. К творогу добавляем яйца, разрыхлитель, соль, просеиваем муку и замешиваем тесто. Форму для запекания смазываем растительным маслом и распределяем тесто, образуя бортики. Брокколи я отварила до полуготовности и выкладываю на тесто. Далее выкладываем ломтики рыбы, у меня кита. Солим, перчим по вкусу. Для заливки смешиваем яйца со сметаной и с солью. И заливаем пирог. Выпекаем примерно 30-40 минут при 170 градусах. Готовый пирог достаем из формы, нарезаем порционно и угощаем гостей. Приятного аппетита!